В кооперативном институте состоялось заседание по проблемам противодействия экономической преступности и коррупции. За круглым столом собрались представители власти, общественных организаций, преподаватели и студенты. Чувашия – аграрная республика, поэтому в регионе особое внимание уделяется сохранению целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, отметила министр юстиции Наталья Тимофеева. В 2016 году впервые в Чувашии у собственника были изъяты необрабатываемые земли общей площадью более 1000 гектар. Однако цель таких мероприятий – не изъятие участков, а понуждение собственников использовать их по назначению. Земельные вопросы – не единственная сфера применения антикоррупционного законодательства. В целом, по противодействию коррупции принят полный пакет нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством. И эти документы затрагивают не только государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, но и затрагивают лиц, замещающих госдолжности. Член Кабинета министров обязан уведомлять об иной оплачиваемой деятельности.